чуть-чуть, пару штрихов и все. Брал, скидывал молодожену, мне пишет, зачем мы нанимали фотографа. Я просто бесплатно мне снимал, я говорю, можно я вас поснимаю, знакомые. Она говорит, зачем мы нанимали фотографа. А единственное, что 12 мегапикселей и детализации, как у ER-ки, прям такой звенящий не будет. То есть фотография здесь подразумевается, что будет без... мы ее не кропаем. То есть мы сделали, вот сохранили эти 12 мегапикселей. Да. То есть если там мы можем кропнуть в два раза, да? Вот в ER-ке. Да, потому что там 42 мегапикселя. Ну, вот который только что держал. Да. Ну да, они по форм-фактору одинаковые, то есть абсолютно. Но здесь высокая чувствительность. Она, конечно, для видео больше оптимизирована. Да, для видео. Но тем не менее, еще раз скажу, вот с ней я ее очень люблю за счет того, что нет ограничений, где когда фотографируют. Сейчас стемнело, вы вышли, у вас уже света недостаточно, еще будет темный объектив дальнофокусный. То есть с ней проблем нет. А кольца вот эти переходные, да, переходные да. Также ставим спокойно. Сколько они стоят? В зависимости от какого? Начиная от 1000 рублей. То есть, если вы хотите с автофокусом, чтобы все работало, это метафон, он там будет дороже стоить. Да? 2017-15. Но чтобы у вас нормально там... Все мои объективы, по сути, станут. Вообще все, да. Мало того, здесь 5, могу еще дальше продолжать. Порядка 200 тысяч она стоит. А мало того, здесь 5-осевая стабилизация Tamar 2. То есть у вас до 4,5 стопов еще стабилизация. То есть мы в темное время еще круче можем. То есть мы можем, если движущейся динамики какой-то нету, мы можем подключить выдержку. Да? То есть на стандартной выдержке, там где-то мы ставили 1/50 без 5-осевой стабилизации, это максимум, что мы с полтинником можем делать. Все, я убегаюсь. Да. То... Да. То есть здесь мы можем более длинную выдержку сделать. Вообще проблем нет. Пока маленькая, а какие возможности у нее? Да. А за счет чего снимать это? А здесь на матрице full frame, и там 12 мегапикселей. То есть пиксель большой, да, шуметь принципиально. Ну, вот. А я подумал, уже на пиксель снимает красную часть. Она достаточно хорошо видит. Это что такое? Ну, понятно, что при пиковом значении нет смысла сейчас фотографировать. Мы демонстрируем то, что вот камера рядом стоит, и на ней сейчас 25-600, и она ничего не...